Мы доказываем по индукции утверждение М. Так, я правильно это написал? Да, я правильно написал, К минус 1. Да. Это вот мы хотим. А что у нас есть? А есть у нас база индукции. Ну, смотри, не база индукции, а предыдущий шаг индукции. Во-первых, вот это. Это минус 1, правильно? Индукция, еще раз повторяю, будет по числу спиц. Спиц наращивания. Ну и еще мы будем считать, что выполнено вот это. Да? Что прогрессии длины К минус 1 тоже мы можем найти. А найти нам надо К. Доказать, что есть К. Понятно, да? То есть мы будем предполагать, что и вер меньше найдем, и прогрессии меньше найдем. Такая вот немножко хитрая индукция. Ну давайте. Тут придется рисовать. Причем два. Значит, у нас будет два числа. Вот сейчас я их определю. Даже три числа. Я их определю и все. Дальше наука кончится. Дальше нужно смотреть. N1 это вот это число. Ну просто неохота писать мне все вот эти. Оно существует по предположению. Нормально, да? Второе число пострашнее. Мы берем n k минус 1. Надо было еще про основание индукции немножко подробнее сказать. Ну ладно, и подставляем туда М, а вот столько цветов. Понятно. То есть длина прогрессии К-1 все-таки, а цветов. Да. И последнее число, самое страшное. 4К-1. Я утверждаю, что вот это вот число не меньше, чем nv. Ну то есть существование полихроматического веера либо монохроматической прогрессии, оно следует из предыдущих шагов индукции. Понятно. Поскольку есть n1, n2. Понятно, да? Это наш план. Все. Теперь давайте рисовать. Первый рисунок. Отрезок единица n. А здесь у меня будет отрезок единица n2. Ну, видно, что поменьше. Вот. Здесь у меня будет b бегать из этого отрезка. И в каждой точке B мы сопоставим точку из отрезка от единицы до F. По какому правилу? Вот такому. Это отображение, оно дает нам арифметическую прогрессию. Какой длины? Так, давайте, а то сейчас я всех уже замучу. Какой длины это прогресс? Надо ответить. Вот это про N1. Вот. Ну и так вот тут подбиралось, чтобы вот эти прогрессии, они не пересекались. Вот. То есть возьмем другую точку, будет другая. У нас есть раскраска всех N чисел. Следовательно, есть раскраска и каждой вот этой вот арифметической прогрессии. Не так? Да? Длина у них n1. И что такое по определению n1? Это значит, что раскрашивая вот эту прогрессию, я либо найду прогрессию длины k, либо полихроматический веер. Так? И
Это я делаю для каждого Б. То есть на каждой прогрессии вот этой я либо найду верх такой, я вот так нарисую, либо прогрессию. Ну, ребят, если я найду прогрессию, доказывать нечего. Правильно? Значит, я в каждом этом отрезочке найду верх. Вот у меня здесь, здесь. Я найду кучу верхов. Да. У них, конечно, и прогрессии разные, и начальные точки там разные, и цвета разные. Но, тем не менее, у них есть, так сказать, цвет, у них есть тип некий. Это именно начальная точка, длина прогрессии и цвета. Итак, вот тут вот мы пользуемся идеей, что нужно раскрашивать тройки. Помните из нашего примера? Здесь мы будем раскрашивать веера. Сейчас я точно скажу, что это означает. Вот смотрите, мы по каждому В, что такое В? Это объединение прогрессии. Значит, мы поставили начальную точку А от В, дальше длины прогрессии вот этих вот, R, сколько их? -1. Ну не камень, Д минус 1. Мы же из Д минус 1 хотим в Д вывести, конечно. И еще цвета. С0 я назову цвет А, да, цвет вот этой вот точечки. И все остальные цвета. С1 от В. С, Д минус 1. То есть каждый B я сопоставил такой набор. Это и будет мой тип. Это и будет мой новый цвет. Понятно, да? Каждый веер задается параметрами, значит, начальной точки, шагами, еще и цветами. Ну вот это вот набор параметров и есть тип веера. Так, сколько здесь параметров? Сколько цветов? Цвета у меня, ну их M штук цветов, правильно? Значит, вот этих вот параметров m в степени d. Да? Дальше. Начальная, значит, точка и шаги. Ну как? Ну, тут, правда, прогрессия сдвинута, да? Но все равно она длины n1. И значит, начальная точка и шаги – это элементы прогрессии длины n1. Значит, их всего здесь n1 в степени d. Да? И значит, всего типов, всего вот этих наборов. N1 в степени D на N в степени D. Правильно? Значит, N1 в степени D. M в степени D – это количество типов. В смысле оценка сверху? Да. То есть подкачается, где N1, то D-1. D-1. Да. Да, да. Мы же из D-1 хотим вывести D. Это важно, да? Хорошо. А что такое у нас было N2? N2, оно как раз бралось от вот этого числа. Да? То есть, смотрите, мы теперь рассматриваем раскраску отрезка от единицы до N1 вот в такие вот цвета страшные. Каждому B соответствует тип веера. Понятно? Да? И раз у нас N2 берется от число типов вееров, то по индукционному предположению здесь есть арифметическая прогрессия длины K-1. Правильно? Если непонятно, это вот важно. В каждой точке мы сопоставляем вот такой набор, такой тип. Да? И тем самым мы, так сказать, раскраску вот этих всех точек могут раскраску создать вот в эти типы. Поскольку N2 у меня считалось от количества типов, то здесь я найду арифметическую прогрессию длины K-1. Одноцвет. А что значит одноцвет? Это означает, что все эти веера одинаковые абсолютно. Да? У них и длины прогрессии одни и те же. В спицах. Да? И цвета одни и те же.
Они полихроматические, и, значит, вот этот цвет равен вот этому цвету, равен вот этому цвету. Понятно, да? И еще они находятся, по прогрессии, да? Давайте я это перерисую. Теперь последний шаг. Помните, мы рассуждали, брали там какую-то точечку и говорили, либо она белая, тогда все хорошо, либо черная. Сейчас мы эту точечку возьмем. Вот у нас вот эти бедра. Длина тут D-1, да, количество спиц. Они все такие полихроматические и одинаковые, находятся еще и на прогрессии. Шаг в прогрессии.